Работы за первый квартал, общий массив зарегистрированных преступлений на территории обслуживания, а это еще раз напомню, как вы знаете, территория обслуживания включает в себя город Тобольск, Тобольский район, Ярковский район и Ногайский район. Массив зарегистрированных преступлений сократился на 13%. составило 871 зарегистрированное преступление. В прошлом году было чуть более 1000 зарегистрированных преступлений. Из них на территории города Тобольска наблюдается снижение зарегистрированных преступлений на 21%. На территории Тобольского района снижение почти на 9%. Рост зарегистрированных преступлений у нас наблюдается на территории Ярковского и Ногайских районов. Снизилось количество зарегистрированных преступлений и предварительное следствие, по которым обязательно, на 26%. В цифровом выражении это с 483 до 357. В том числе на территории города Тобольска снижение произошло на почти на 33%. На территории Тобольского района на 38%. На территории Ногайского района на чуть более чем на, за истекший период текущего года наблюдается значительное снижение регистрации преступлений данного вида. Всего зарегистрировано 3 преступления на территории обслуживания. В прошлом году было зарегистрировано 6 таких преступлений. Значит, все преступления данного вида нами раскрыты, значит, нераскрытых преступлений не имеется. Значит, причинение тяжкого вреда здоровью. Значит, количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью снижено на 37%, с 24 до 15 преступлений. В том числе по городу Тобольску с 15 до 12 преступлений. Значит, на территории Ногайского района с 4 до 1. Значит, и на уровне прошлого года осталось количество зарегистрированных преступлений на территории Ярковского района. 2 преступления таких. Раскрываемость преступлений данного вида составила 84%. До настоящего времени остаются нераскрытыми 4 преступления. Нами они, эти все 4 преступления, значит, изучены, уголовные дела, даны конкретные указания. И в текущем месяце из 4 преступлений 2 нами уже раскрыты, и остается всего нераскрытыми 2 преступления данного вида. Что касается краж чужого имущества, в целом хотел бы отметить, что также произошло снижение зарегистрированных преступлений данного вида, хотя общая доля от числа всех зарегистрированных преступлений за первый квартал остается высокой довольно-таки. 67% составляет кража чужого имущества. Значит, раскрываемость краж всех видов составила 48%. В прошлом году было чуть более 33%. Значит, предметом преступного посягательства в большинстве своем являются у нас сотовые телефоны граждан, значит, номерные какие-то вещи и документы. Значит, менее всего приходится краж, значит, вернее, на долю совершенных краж приходится менее всего краж, это связанных с автомототранспортом.